В Омске прошел всероссийский турнир по боксу памяти первого директора нефтезавода Александра Малунцева. В течение 5 дней на омском велотреке проходило первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров. Сильнейших определяли в 10 весовых категориях. Свои команды представляли спортсмены из 12 регионов Сибири. Турнир памяти Александра Малунцева имеет свои давние традиции. Первые соревнования прошли 48 лет назад. Его участниками были тогда еще будущие именитые боксеры, победители и призеры игр Олимпиады, чемпионатов мира и Европы. Среди них ныне главный тренер сборной команды России Александр Лебзяк, заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка Европы Александр Островский и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Впрочем, на некоторое время соревнования прекратили свое существование. Однако в 2014 году славные традиции продолжились благодаря поддержке руководства Омского нефтезавода. После определенного перерыва мы возобновили этот турнир. Думаю, теперь он будет у нас ежегодным. Вот. Будет расти его статус, уровень приезжающих сюда спортсменов. Поэтому мы надеемся, что это будет продолжение хороших традиций. Для того, чтобы поединки могли увидеть как можно больше болельщиков, впервые соревнования поменяли место локации на более современный зал. Мы проводим здесь первенство Сибирского федерального округа, не постеснялись, взяли, и мы увидели, что он состоялся на хорошем уровне. И отзывы судейской бригады, отзывы комиссара, которые были, ребятам, спортсменам понравилось. На сегодняшний день планируем либо взять сюда Кубок России, который мы смело можем здесь провести, либо замахнуться на чемпионат России. В результате множества поединков в финал вышли 40 человек, из них 12 представляли Омск. И вот мы наблюдаем, пожалуй, самый динамичный финальный бой. В красном углу ринга Максим Галузин против соперника в синем из Иркутска. На счету омского спортсмена 163 проведенных поединка, из них 16 проигранных. Впрочем, соперник нашего бойца, хоть и не настолько опытен, но ничуть не уступал ему по силе. Родные стены и отличная физическая форма помогли мячу одержать победу над серьезным соперником. Да, соперник был очень серьезный, надо дать должное ему. Но публика Омска очень хорошая, поддерживала меня во всех ударах, эмоционально, физически. За это ей тоже большое спасибо. 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых наград. Это лучший результат мячей. Победители турнира получили право на участие в финальных соревнованиях первенства России.